Мешает реклама, нажмите крест. Я бы сюда бы еще две ложки пиццы добавил. Всем привет, с вами Антон, на канале Антон Фриланс. Сегодня мы зашли перекусить в кафешку тайской еды. Вот, смотрите, почему вот. Почему даже тайка смеется? Вот это салат софтантай. Его очень традиционный тайский салат, его тайцы любят. Еще есть софтанлау. Вот, он немножко другой, но по сути то же самое. Вот, традиционный такой салат. Вот мы тут сидим в компании. Ну, и подходы тайские оставляют желать лучшего. Ну да. Good, good. Вот, видите, она даже меня понимает, хотя я говорю по-русски. Вот, вот, в общем, мы сейчас заехали перекусить. А, вот софтанлау. Софтантай. Да, вот это про то, что я тебе говорил. А, купола. А, кусай краб. О, тут, оказывается, еще и немножко по-другому, да. Они еще бывают, знаешь, делают вместо папайи из огурцов. Тоже он по-другому как называется. Еще из манго зеленого тоже делают. В общем, они такие салаты любят очень. Угу. Необычная вот. Курица. Гена, привет. Нормально? Да. Точно? Вот. Да. Прям вообще. Да, острый вот. Тоже? Нет. Вот такая, вот, вот такая у нас сейчас традиционная тайская еда. Салатик с софтан, рисика и курочка. И пивасик. Чисто традиционное тайское пиво Лео. А там у него чанг. Да. Вот. Да, тоже как бы такой идет заработок небольшой оттуда. Давай это, короче, надо, знаешь, как блог, чтобы раскручивался, надо. Как? Я у тебя интервью беру, как ты как блогер, да, который живешь. А да, потом кстати. Ты у меня там как бы живешь. Давай. На Таиланде. Ты до 80, а сейчас я у себя. Да, отличная идея, отличная. Давай, сделаем. Слушай, ну на этом канале мой Антон Фриланс, он как бы такой молодой, набирается нам, я не помню, 500, но там постоянно добавляются сейчас. А так у меня на других каналах там 4000, там 3000, но это мало как бы, ну, просто я не очень успеваю с всеми каналами заниматься, развиваться. Когда 4000, это уже нормально. Ну да, это, ну, да, уже да. Вот, ладно. Да, я закругляюсь. В общем, до связи, до скорой встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока. Все, отбой.